Президент Трамп заявил, что Россия, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются во внутренние дела США. «Нам нужно остановить вмешательство и прекратить атаки на нас со всех сторон. Там и Россия, там и Китай. У нас хорошо идут дела с Северной Кореей. Ну, возможно, и они тоже там». Президент Трамп объявил природные пожары в Калифорнии крупномасштабным стихийным бедствием и распорядился о выделении федеральных средств на борьбу с огнем. Помощь может включать выделение грантов на предоставление временного жилья и ремонт домов, недорогие кредиты на возмещение потерь незастрахованного имущества, говорится в заявлении Белого дома. Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, выступивший в воскресенье по телеканалу Fox News, отверг какую бы то ни было причастность США к инциденту с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Накануне Мадуро заявил, что пережил попытку покушения на него с применением дронов со взрывчаткой и обвинил в нападении США и Колумбию. Автомобиль посла США в Бангладеш Марши Бенрикат подвергся нападению в Дакке вечером в субботу, когда Бенрикат покинула ужин в честь главы неправительственной организации. Посол, ее водители и сотрудники службы безопасности не пострадали.